Вы даже себе представить не можете, какую бурю эмоций не только у наших соседей, не только у поляков, которых мы, порой перебирая, часто клеймим, чем попало, но и во всем мире, какую бурю эмоций вызвало провозглашение в Беларуси вот этого праздника. Люди это воспринимают... Люди это воспринимают буднично, как я уже сказал. С одной стороны, я этому рад. Правильно. Вы живете тихой, спокойной жизнью, нацелены в будущее, растите детей, возделываете хлеба для того, чтобы можно было их накормить. Есть кому заниматься политикой и большой историей. Но еще раз подчеркиваю, политика очень давлела над историей всегда. Поэтому вековой давности события, к которым мы будем сегодня обращаться не единожды, были настолько политизированы, что вот эта Первая мировая война 17-18, 19 до 21 года, когда нас разделили по-живому, был такой замес в истории и каша на территории нашей Беларуси, что не только историкам, но и многим другим политологам, юристам и государственным служащим придется разбираться. Но неизменно одно. Мы живем на своей земле. Это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо, и мы эту землю никому не отдадим.